Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Он вверх уже по этажам убежал? Буянов, звуки-то где, блядь? Че, типы подошли? Еще один должен быть. Гранатку готовят. Не, не надо, спасибо. Потопал, типа я внутрь зашел. Не советовал бы тебе на ВК, на Дзен, хоть руту переходить, они умрут, все когда закончится. Я на Дзене уже почти 2 года, наверное, заливаю ролики. Ничего не умерло. ВК тоже, мы уже сколько сидим, ВК плей. Виталий, ты эксперт какой-то в этой теме стриминга, или ты просто придумал что-то и решил сказать? А что, я без сумки был? Какой-то задротина, 66 уровень. Курточка с этого скилла. Я, наверное, патрон даже брать не буду, скорее всего. Одни TTV на этих серверах. Ты смотри, бля. Тут еще жмурики. Блядь! Подожди, подожди. Видишь, он вылез.
17 уровень, бедняга. Ладно, поехали. Так, ну вот вроде люди тут присутствуют на этих серверах. Даже в окна прыгают, чтобы пострелять. Удивительно. А кто туда залез? Вот как. 101-й калаш. Но это не стоит того, наверное, чтобы рисковать. Но мы рискнем. Жетончик не посмотрел, кстати. Где-то по этажам бегает. Ну, уже... Нет, пробежал по лестнице. И где-то он сейчас... А где он? О, к Меченке, кажется, пробежал. Ты сейчас фонарик был? Здравствуйте. Фирменная хаешка. Ребятишки, все. Кто-то бегает. Ботик. Окей. А это кто? Очка есть, можем рестартить. Художественный фильм спиздили.
Убирайся! Ихтиандры хуевы. Блять. Тут у меня жуликов, вон там, кстати, тоже жулик до сих пор ходит, смотрите. Да что ж ты какой живучий-то? Понял. Он нормально себя чувствует вообще? Все хорошо у него, он даже не покашлял. 200 часов в игре, но это тоже вайпнутый чел. Походу. Хотя, может и нет. 200 часов в игре, 600 рейдов. Не, это не вайпнутый чел. 22 попадания. Это ж причем я... Ну ладно, я в дальнего тоже стрелял сколько-то раз. Но это, блядь, не... Ну, все нормально, да? У разработчиков. Реализм, хардкор, счастье, заебись. Надо было с Граникой его бахнуть, но я ж не знал, что он тут сидит, прячется. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.